Впервые показан процесс производства терракотовых статуэток. От куска глины до готовой статуэтки, раскрашенной красками. Также на выставке представлены антефиксы – украшения, дополнявшие каменные и деревянные постройки, храмы, административные здания, богатые усадьбы. Интересны и протомы – статуэтки, которые приносили как пожертвования в храмы или к домашним алтарям. Причем все экспонаты найдены во время археологических раскопок здесь, в Анапском районе, в разные годы. Несколько раз в год Анапский археологический музей открывает фондовые тематические выставки, на которых представлены ценнейшие экспонаты из коллекции музея, из фондов музея, которые ранее были недоступны простым посетителям. Выставка «Тайны терракоты» посвящена скульптуре малых форм и архитектурным украшениям из обожженной глины. Главные экспонаты выставки – терракотовые статуэтки, ярчайшие проявления античной культуры и ценнейший исторический источник. Выставка будет интересна для любителей истории искусства. Подробные аннотации помогут посетителям музея разобраться во всех тонкостях производства терракотовых статуэток, карапластики в Гаргипе и религиозным культом. Неделя археологии в Анапском музее Гаргипе продолжается, и посетителей ждет еще немало интересных мероприятий.